ко дню рождения писателя, поэта, драматурга Сергея Владимировича Михалкова областная библиотека для детей и юношества имени Александра Сергеевича Пушкина проводит региональный день чтения «Веселый день» с Сергеем Михалковым. Библиотека филиал номер 47 предлагает нашим маленьким читателям познакомиться с творчеством одного из самых любимых детских поэтов и сказочников XX века. А взрослым вспомнить свои любимые произведения, в которых он никогда не ругал, не делал замечания, он советовал. И эти советы, как вести себя, как дружить, как быть человеком, нужны всем нам и сегодня. Читает Терентьева Валентина, Трезор, Сергей Михалков. На дверях висел замок, в заперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили Трезора без присмотра, без дозора. И поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал, шерсть и клок. В коридор из-под кровати наши туфли уволок. Под кровать загнал кота. Кот остался без хвоста. Отыскал на кухне угол. С головой забрался в уголь. Вылез черный, не узнать. Влез в кувшин, перевернулся. Чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыли. 2 часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного. Читает Макашева Альбина, Сергей Михалков, Саша Накаша. Живет на свете Саша, во рту у Саши каша. Ни рисовая каша, ни гречневая каша, ни манка, ни овсянка на сладком молоке. С утра во рту у Саши слова простые наши на русском языке. Но то, что можно внятно, сказать для всех понятно, красиво, чисто, ясно, как люди говорят. Наш Саша так корежит, что сам понять не может. Произнесет словечко и сам тому не рад. Он скажет «до свидания», а слышится «до здания». Он спросит «где калоши», а слышится «это лошадь». Когда он читает вслух, поймешь едва-едва. И буквы он глотает, и целые слова. Он так спешит на лёта прочесть, спросить, сказать, как будто тонет кто-то, а он бежит спасать. Он может, но не хочет за речью последить. Нам нужен переводчик, его переводить. Дорогие наши читатели, мы ждем вас в нашей библиотеке.